1 ноября в актовом зале учебного здания Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялась открытая лекция министра финансов Республики Татарстан Радика Гайзатуллина. Тема лекции – основные характеристики бюджета на 2018-2020 года. Лекция по традиции началась с приветственных слов, в которых сам министр отметил, что студенты, приглашенные на лекцию, уже проходили тему бюджета, и его задача как лектора – это рассказать о новой информации и добавить свежих цифр. В лекции участвуют студенты, которые прошли эту тему. И мы хотели коротко дать определенную новую свежую информацию. Кроме этого, Радик Гайзатуллин выразил надежду, что многие студенты, которые присутствовали на лекции, будут устраиваться на работу именно в Министерство финансов, объявив, что сейчас около 85% сотрудников Минфина – это выпускники Казанского федерального университета. Я думаю, многие из вас в дальнейшем будут работать у нас, в Минфине, потому что вообще Министерство финансов порядка 85% специалисты работают, это бывшие студенты Казанского финансового экономического института, сегодняшних услуг. Поэтому, я думаю, среди вас тоже будут такие же классные специалисты, которые в дальнейшем будут у нас работать. Само собой, что лекция не могла пройти без повторения азов экономической теории. Именно поэтому лектор повторил для студентов, что такое дефицит и профицит бюджета. Также напомнил, как именно субъекты Российской Федерации финансируются для погашения дефицита. Олег Кашин, Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.